агитатор, то есть это человек, кто будет разговаривать, не только помогать сортировать и сортировать, да, но и отвечать на вопросы. То есть приходит человек, он первый раз пришел, принес, и значит, работник этого пункта, получается, должен разъяснить, то есть провести агитационную работу. Угу. Что, почему, зачем. То есть это не должно быть просто вот место, как контейнеры, а это должно быть именно обучающая вот такая база.